Відчуваєш неспокій? Квайт заспокоює, і на душі стає легше. Пане Романе, не знаю, чи це ракета С-200 спрацювала, чи інше, але російські джерела, російські пабліки, такі як, наприклад, Астра, повідомляють, що сьогодні вночі, якось це минуло поза увагою, і лише ось зараз з'явилися такі новини про те, що сьогодні вночі були, зранку фактично, під ранок, атаковані об'єкти в окупованому Криму, зокрема, центр дальнього космічного зв'язку повітряно-космічних сил Російської Федерації та ще військову частину. Поранено співробітника ФСБ, пошкоджено техніку та антенну супутникового зв'язку. Зокрема, перша атака відбулася, як повідомляється, дронами о 4-й ранку в Алушті. Мінімум 3 прильоти по території військової частини. Другий, буцімто спрацювали ракети Storm Shadow о 5-й ранку по центру далекого космічного зв'язку в селі Вітіно Сакського району. Це також півострів Крим. І що цікаво, от така... Я дуже хочу вірити, що це правда, але що таке цікаво... Центр дальнього космічного зв'язку. Якщо от ми припустимо, що його уразили, то що це означає відтак у цій архітектурі? Это несколько станций было в том числе в Украине, в Крыму и в районе Полтавы, по-моему, где-то стояла такая станция. Это дальней космической связи, это загоризонтного контроля, и такие станции есть. И, в принципе, эта станция, во-первых, связи, само собой, а еще и локаций. Станция локаций. Потому уничтожение этих станций, ну, дает возможность, первое, нашим бэкам двигаться, самое интересное, потому что бэки иногда выполняют такие задачи, особенно связи, когда... Пане Романе, бэком це вається на увазі морським дроном? Да, морской дрон, но дело в том, что иногда морским дроном можно управлять с помощью ретрансляторов, которые висят, могут висеть в воздухе, и такие станции могут их видеть на большой дальности. Если не видят зенитно-ракетные комплексы, то эти станции могут увидеть на наши ретрансляторы для бэков. Естественно, это те станции, которые видят аваксы, натовские в Румынии, допустим, и они же видят, могут видеть самолеты, само собой, самолеты, ну и беспилотники, разведчики, которые контролируют Черное море, натовские в том числе, может и наши. Здесь уже вопрос поднимался несколько раз о том, что надо использовать эти и у нас. То есть для нас чем хорошо уничтожение любых ушей, глаз и систем связи российских, то, что они перестанут снимать информацию. То есть та информация, которая заходит, у них тоже есть система в связи внутренней, в тактической связи, передачи тактической, тактической информации. И вот такого рода любые локаторы либо системы связи мы отсекаем уши и глаза. То есть делаем их беззвучными, слепыми и глухими. Потому одна из первых задач как раз уничтожение локаторов и систем связи. Ну, так что это означает, что скоро наши морские дроны могут гучнее заговорить? Ну, так, мягко намекаю. То есть есть такая возможность, по крайней мере, после уничтожения, надо еще узнать, до какой степени уничтожено. То есть уничтожено, повреждено, или это локационное оборудование и дальнего загоризонтного контроля. А то, что Крым, в принципе, в Крыму больше 150 стационарных объектов. Стационарные — это еще те, которые Советским Союзом в свое время построены были и никуда не делись. Потому, естественно, зная, где это все находится, особенно локаторы, особенно станции связи космической, это такие большие решетки, несколько сотен метров квадратных. То есть это довольно-таки серьезно, сильно не перенесешь, потому они, что непонятно, что они до сих пор, мы их до них не достали. Ну вот время пришло, скорее всего, потому появилось достаточное количество беспилотников у спецслужб. Скорее всего, это работают спецслужбы, то есть это либо СБУ, либо ГУР. Посмотрим, кто возьмет на себя в ближайшие сутки, будет понятно, кто отработал. Ну, либо одна, либо другая служба, они как раз вычисляют расположение, вычисляют нахождение командного состава, машин управления, естественно, и выносят, уничтожают саму станцию, плюс
систему управління цієї станції. Слухайте, ну мені здається, що це в принципі дуже хороші новини, на яких навіть варто поставити масну крапку в нашій бесіді. Хоча ми не договорили, напевно, що по темі дронів, про яку вчора висловлювався і президент, і були запитання. Президент вчора говорив, що 1 мільйон дронів виготовимо за наступний рік. Хочеться дуже в це вірити. От не просто щоб це було на словах, а дуже хочеться в це вірити, щоб воно було направді. Тому що сьогодні вже з'явилися коментарі від пана Камишіна, який нас очолює Мінстратехпром, і він каже, що за грудень Україна виготовила 50 тисяч FPV-дронів. За словами міністра, в наступний рік лише по FPV мають випустити 600 тисяч дронів. Ну, я так розумію, що 400, напевно, на інші позиції покладають. І хочете дуже, аби це були не лише словами. І щоб ось такі дрони, і щоб ось такі прильоти, і щоб ось таке знищення очей, яке щойно я озвучував, відбулося в Криму, ставалося частіше, якісніше і гучніше. В такому режимі, в якому россияне сейчас находятся, они же долго не могут тянуть. Ну, год они потянут. А следующий, 25-й год, для них это уже практически непланируемый. Невозможно спланировать 2025 год для россиян. Не то, что наступать. Обороняться они не спланируют. Тобто я правильно розумію вас, що ви от фактично такий прогноз, чи то як це сказати, хоча це справа невдячна, даєте на те, що от росіян на 25-й рік не має можливості такої середньострокової, це не довгострокова, це радше до середньостроковість такої стратегії, ми говоримо, що в них не буде можливості провадити бойові дії. І саме про це, можливо, президент учора і говорив, я не знаю, коли він казав, що от віднедавна у нього з'явилася надія, мовляв, що у нас є перспектива. У нас однозначно есть перспективы, если мы не дадим возможности россиянам на 25-й год проводить какие-то наступательные действия. А для этого надо самим наступать в следующем году. Еще раз повторюсь, для чего россиянам надо передышка? Им хотя бы год передышки надо. Заскладировать и произвести, положить на склад запасы. Почему? Потому что у них сейчас, вот они работают на пальцах, 7 тысяч снарядов в сутки не производят, это хватает для того, чтобы попытаться удержать как-то два фронта, Запорожский и Херсонский, и в каких-то точках, а это всего лишь точечное, кто бы что ни говорил, но Марьинка, Авдеевка, Бахмут и Купянск, это всего лишь 4 локации на 200 километров фронта. По ширине там 3-4 километра. Они пытаются как-то наступать. У них не хватает сил провести широкомасштабные наступательные действия. И, естественно, и это они выдохнутся. Потому им надо остановка, перезарядка, воспроизводство. Если мы не дадим этой возможности, однозначно у россиян в 2025 году не будет никакой наступательной инициативы вообще. И очень большая еще проблема с обороной, потому что появятся самолеты. Ну уж самолеты у нас уж точно появятся, там как минимум одна или две бригады здесь уже пообещали, и летный состав примерно такого состава учится выполнять боевые задачи. Значит, у россиян будет очень большая проблема даже при паритете. Паритете в воздухе у них уже будет проблема. Почему? Потому что, первое, российские самолеты не смогут подойти к линии фронта. Каба уже не будет. F-16 отминусует на дальности 100-120 километров российские самолеты с нашей территории. То есть не подпустит их для сброса кабов. Это уже плюс для нас очень большой. И, естественно, мы же сами начнем эти кабы забрасывать, только не кабы, чуть другие там есть. Несколько позиций, которыми мы можем уже забрасывать российские тылы. То есть есть эти моменты, которые авиация привнесет в следующий год. И сейчас россиянам, конечно, выгодно, чтобы мы остановились и начали воспроизводить какие-то свои моменты. Воспроизводить мы и без остановки можем. Нам останавливаться для этого не надо. У нас 50 стран в нашей коалиции, и им тоже останавливаться не надо. Они сейчас запускают. Все страны нашей коалиции запускают производство вооружений. Особенно проснулась Европа, потянули за собой Германия и Великобритания всю Европу. И сейчас восстанавливается обороноспособность и производство техники европейской. А мы в Европе, нам надо как раз на это и закладываться. Восстанавливать свою, ни в коем случае не останавливаться по линии фронта.
Юрій Чирах, я нагадую, друзі, пишіть свої запитання, принагідно поставте вподобайку до нашої бесіди з Романом Світаном, тому що ну просто дуже мало людей насправді поставили вподобайки, а я думаю, що як мінімум ми на них заслуговуємо. Для чого це потрібно, мається на увазі, писати коментарі, ставити вподобайки? Для того, щоб більша кількість людей або у записі, або ще зараз в онлайні долучилися до прослуховування цієї бесіди. Отже, Юрій Чирах ставить запитання, а як нам бути з тим, що нам не дозволяють використовувати зброю на території Росії. Відтак, як нам збивати російські літаки? Добре, якщо це будуть ті, котрі запускають каби на окупованих територіях, там F-16 чи щоб там не було, зможуть по них відпрацьовувати. А от що робити з цими літаками на території Росії? Варіанта два. Уничтожать їх в містах базування, от так, як ударили безпілотниками. У нас безпілотники до 500 кілометрів. Бойовий радіус середніх самолітів російських теж 500 кілометрів. Да, там є по 1000 нові самоліти, але 1000 кілометрів – це в одну сторону літіть, тільки півтора часа. Потому до 500 километров уничтожать надо уничтожать и наносить удары в основном беспилотниками и на местах базирования. То есть их надо на аэродромах отминусовывать. Причем включать механизмы и нашей разведки, они сейчас есть, хорошо работают. Три разведки наши работают ну, на 5 баллов. И служба внешней разведки, и главное управление разведки, и контрразведка службы безопасности, да и силы спецоперации подключаются иногда. То и есть же хороший, ну вот последний удар по Морозовску, ну показал, эскадрилью отминусовали Су-34, Су-24, Су-34, вот этих бомберов. Их надо просто находить на земле и минусовать на земле, чтобы они в воздух не поднимались. Этот механизм использовать. Да, нам точно не дадут, тут надо это понимать, нам не дадут использовать западное вооружение по территории России. По разным причинам, но неважно. Наши партнеры расставят такой барьер, значит, его надо принимать и однозначно их не подводить в этом смысле. Значит, надо свое производить. Беспилотники – раз, ракеты – два. И самолеты, старые советские самолеты, которые у нас есть. Надо, может быть, вплоть до того, что начать модернизировать хотя бы там те же МиГ-29, с авионикой разбираться, использовать те же наши старые советские ракеты, только есть механизмы их тоже модернизации. Надо же смотреть, там есть несколько позиций ракет, которые можно догнать до дальности в 100-120 километров. Есть возможность, хотя бы звено мало, конечно, эскадрилью, то есть три звена, это как точно 12 самолетов, надо пытаться сейчас модернизовывать и под эту работу. Это все надо планировать, но я думаю, это все ж лежит на поверхности, и вот кто, а Генштаб в этом разбирается, и воздушное командование воздушных сил уж точно эту задачу поставило, потому я, как только возникнет такая возможность, дело в том, что без F-16, без всего спектра системы ПВО, которая прикрывает F-16 в том числе, и F-16 пользуется через Link-16, это система передачи тактических данных, пользуются все развединформации, которые есть, начиная от спутников, аваксов и систем перехвата наземных и обнаружения. То есть F-16 нам может прикрыть, допустим, наши самолеты, а наши самолеты будут работать ракетами с увеличенной дальностью по российским самолетам. Механизмы есть. Главное их запустить. Но еще раз повторюсь, это то, что лежит на поверхности. Я не думаю, что у наших генералов не хватит мудрости это все увидеть. З приводу цікавих рішень технічних, от пригадуєте, ми вже неодноразово говорили, що там і по Криму завдавалися удари комплексами С-200. Це зенітно-ракетні комплекси, які є на озброєнні України, ще залишками від радянських часів. І я зараз бачу такий навіть тренд підіймається, обговорень про те, що С-200, наприклад, можуть стати ледь не українським атакамсом, щоб надалі літати, тому що ну, вони є в достатній кількості, але невідомо, скільки ракет до них, наприклад, є. Наш глядач, я чому це ставлю запитання, актуалізую його, тому що наш глядач Старк просить у вас запитати, а чи можна комплекс С-200, яким вже завдавали удари по землі, тобто в режимі земля-земля, їх переробити на касетну ракету і щось от на кшталт Атакамса, якщо, наприклад, там недостатньо буде цих ракет, не будуть партнери передавати. Ну, тобто говорити про те, що ми можемо.
Можем однозначно. Там боевую часть, боевая часть устанавливается другая, по большому счету, технически. По весу только, чтобы она была такая же самая, и система подрыва воздушная на определенную высоту. И, в принципе, можно работать однозначно этими ракетами, как атакамсами. Вопрос в количестве. Но хорошо, у нас какое-то количество ракет осталось. Допустим, оно осталось. Надо их собрать со всего Варшавского. Они же не только С-200, они также были по всему миру в свое время распроданы российским, вернее, Советским Союзом. Потому эти ракеты еще есть, их надо пособирать по тем странам, где они еще есть, повыкупать их обратно и использовать. Мы будем их использовать. Просто их немного неудобно использовать. Почему? Потому что стартовые комплексы, они не мобильные. Это стационарный стартовый комплекс, такой мини-себе космический космодром, мини-космодром. Ну, понятно, что мини, но для понимания процесса. То есть это ракета, которая стартует с 4 стартовыми ускорителями, которые ее поднимают на определенную высоту, разгоняют, потом включается двигатель самой ракеты и забрасывают ее на несколько сотен километров. И головка самонаведения, которая управляется с помощью системы наземной, ракету ведет система до точки встречи. Если она используется по земле, значит, нужно варианта два. Либо выводить ракету этой системой. И вот как раз в этом режиме, в режиме подрыва воздушного, это может делать даже сама система управления ракетой наземной, ее даже сильно переделывать не надо. То есть это на нисходящем участке баллистической траектории у этой ракеты отсекается связь, когда она уходит за горизонт, грубо теряет связь с материнской станцией, и тогда она уже падает куда-то туда. Это так, кстати, используется С-300, С-400 российские по той же самой схеме, почему они вывести не могут ракету точно на цель. То есть выполняют такой удар, неточный. И у нас та же картина. Но если туда, в эту ракету ВС-200 вставить кассетный боезаряд, можем это сделать однозначно, то ее и подрывать можно на определенной высоте, выводя уже точно над площадью подрыва. Там точность уже не нужна по земле, но на площадь подрыва, как выводится тот же Атакамс и М-39 кассетный, и М-39А1 кассетный, только 300 километров дальности, мы можем работать. То есть это может быть таким нашим атакамсом в этом смысле. И по большому счету, я думаю, этот момент, он тоже лежит на поверхности, и он уже, скорее всего, используется. В таком режиме накрывать площади С-200 может. Одна С-200 может накрыть стоянку самолетов. То есть воздушным подрывом накрыть стоянку самолетов. Но тут еще какой момент. Дело в том, что ее не надо сильно и переделывать в кассетную. Дело в том, что сам по себе боезапас любой противоракеты зенитно-ракетного комплекса, он уже подразумевает то, что он начинен там десятками тысяч поражающих элементов, уже создается определенное облако поражающих элементов, в которое попадает цель. Но это то же самое может быть и по земле. То есть если подрывать ракету на высоте, допустим, около полкилометра, 800 метров, то по большому счету кинетическая энергия самой ракеты, скорости передастся поражающим элементам, и на аэродром или на стоянку самолетов сверху опустится это облако поражающих. Примерно то же самое, как бы она перехватила в воздухе эти самолеты, только перехватит на земле. Скорее всего, мы это уже делаем, потому что это тоже лежит на поверхности. Ну, то есть то, что можно использовать, переведя некоторые настроечные параметры самой ракеты и системы управления. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.